В общем, машина уже вся грязная на самом деле. Первый такой серьезный уже момент был вот здесь вот, а дальше еще хуже. И, как говорится, что с этим делать, не знаем. Отсюда идти до водопадов 3 километра. Вот она уже речка. Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Мы сегодня в полном составе. Здесь Мирончик, Артемка. Здесь же сидит Настенька, пока Мирончик у нас уснул в дороге. И самое главное, мы сегодня не одни, как вы поняли, по кадрам. Сегодня у нас такое, видите, путешествие ваговозов. Мы сегодня отправляемся в долину водопадов, на Плесецкие водопады. Это достаточно не туристическое место, но люди ходят. Постараемся окунаться глубже, а путешествие мы отправляемся с девчонками, с нашими зрительницами и подписчиками нашего канала. Вот так вот, приехали в две машины, дальше не стали суваться, решили, что все-таки пройдемся пешком. Ставьте лайки выпуску, пишите комментарии, пожелайте нам удачи и погнали! Мы начинаем свой путь, и здесь сразу же с поляночки, смотрите, можно уйти к реке. Я изучал информацию про эти водопады. Самые интересные кадры, друзья, будут только в том случае, если двигаться по руслу реки, потому что сама тропинка, она уходит от реки. Но посмотрим, возможно, мы будем двигаться по руслу, а возможно, будем двигаться по тропе, просто иногда мы будем спускаться к реке, собственно, как я сейчас и сделал. Я посмотрел по карте, у нас перепад высоты будет примерно 600 метров. Огромнейшее количество водопадов. Настенька мне сказала что-то порядка 100, прикиньте. Это настоящая огромная долина водопадов. Вот прям огромнейшая. Люди сюда ходят с палаточками, с ночевкой. Мы идем без палатки, без ночевки. Попробуем так пройти. Судя по карте, нам идти до самых крайних вот водопадов, которые там на высоте находятся, идти 3 часа. Мы с собой взяли воду, мы с собой взяли чай, мы с собой взяли еду, яблочки, печеньки. Вот, поэтому думаю, будет все very good. И у меня первое препятствие. Это вот такая вот лужа, по которой мы проезжали, но ногами ее обойти будет тяжело. Поэтому вот тут вот проходим. Че, все готовы? Нас так-то больше пацанов. Мальчик, ну, конечно, нас больше. Ха-ха. У нас О2 и Н1. Да. Девчонки, кстати, тоже снимают YouTube и путешествуют много, много путешествуют. Где вы были, в каких странах? В каких городах? Мы на Алтае ездили. На Байкале были. На зимнем? В Сосновой. Ух ты, круто. Как раз на стриме разговаривали про Байкал. Как у вас называется? Кислородно-движи, да? Да, да, да. Вот, у них канал Кислородно-движи, поэтому если вы думаете, что девчонки не путешествуют одни, то путешествуют с палаточками, дикарями. Но они, конечно, такие оторванные, сумасшедшие, в общем. К ним залетайте, можете посмотреть их путешествие. Гляньте, здесь какая же начинается красотища. Прекрасная, чистая вода, такие вот поляночки. Вау, красота. Есть тропинка, я там прям слышу такой шум, что хочется, конечно, на нее заглянуть. Будем максимально исследовать, в общем, эту долину водопадов. Я бы, конечно, если честно, прям разулся бы и пошел вдоль реки. Здесь вот, видимо, люди жарят шашлыки. А что касается самой дороги, на самом деле ехать-то можно. Я говорю, при условии, если не жалко машину, и она позволяет проезжать. Во, как шумит. Ну вот, первый водопад.
Первый водопад, он очень маленький, буквально, наверное, 50 сантиметров. Но, тем не менее, вот он, красавчик. Вот, даже есть небольшой остров, естественно, в ванне водопада можно, конечно же, окунуться и дальше продолжать маршрут. Но, учитывая, что у нас сегодня не совсем жарко, дует такой прохладненький ветерок, поэтому купаться в первом водопаде мы точно не будем. А дальше, возможно, по нашей с вами любимой традиции купания в водопадах, конечно, искупнемся. Я вот сейчас иду в джинсах, но с собой я взял шорты, чтобы как раз купнуться. Если вдруг вы приезжаете в Геленджик без автомобиля, я не знаю, на поезде, во-первых, ребятки, я могу вас встретить, так как машина позволяет, большой автобус, мультиван, комфортный, могу вас встретить и довезти до гостиницы. Также я могу вас повозить по интереснейшим местам, так называемый авторский фототур. Сделаем красивый видеоролик, сделаем красивые фотографии, пишите, цены, естественно, договорные. Для тех, кто выбирает самостоятельные путешествия, так сказать, наедине, то у нас есть наши авторские гайды. Есть авторский гайд по Большому Сочи, есть авторский гайд по Крыму. Там очень много интересных маршрутов для палаточников. Также у нас есть гайд по Большой Анапе и есть гайд по Геленджику. Конечно, по Геленджику мы еще доделываем. Он еще не полностью готов, но уже его можно приобрести и по нему путешествовать. Ну а дальше дорога, сами видите, здесь просто вырыты такие рвы, что даже идти уже тяжело. УАЗик здесь, естественно, не проедет. Возможно, есть какая-то дорога в объезд. Можно идти здесь, а лучше вообще идти вот тут сверху. Надо сейчас как-то туда перепрыгнуть. Я вообще не понимаю, почему здесь вот так вот. Такое ощущение, что когда сели, сильные дожди сходят, они вот так вот здесь все и перемалывают. Очень жестко, кстати. Фу. У нас начинается первый достаточно крутой подъем. Посмотрите, как девчонки внизу остаются. Нас разделяет буквально 5-10 метров, а высота приличная. Все так заросло. Не совсем понятно, куда нам идти. Но я думаю, двигаемся мы в правильном направлении. Ух, вот так вот, видите, смотрите. Ух. Через красивые-красивые деревья. Ух. Смотрите, как здорово. Просто как в сказке. Как здесь живописно. Ух. Красота. Здесь вообще дорога, которую можно пересечь на машине, вот так вот вброд. Видите? И дальше дорога уходит. Ну, такая достаточно нормальная. И лежит дерево, которое, видимо, принесло. Кстати, вы не поверите, но там впереди я вижу машину, она большая. Сейчас дойдем, покажу. Я говорю, сюда заезжают каким-то образом на автомобилях, но на таких, которые, естественно, проедут вот по вот этим вот всем, по вот этим всем вот булыжникам. Потому что помимо того, что можно черкануть машину, так еще и загнуть там всякие пороги, еще и можно просто остаться без колес. Дальше у меня такое ощущение, что вот здесь вот нам нужно реку уже переходить вброд и идти на ту сторону. Судя по тому, что там стоит автомобиль. Да, потому что дальше нет прохода. Все, будем двигаться вброд. Сейчас нам предстоит с Мироном пройтись вот по такому дереву. Надеюсь, очень быстро сейчас это сделаем. Фух. Получилось. Все, давайте, я пошел дальше. Все, всех бросаю и пошел. Шутка, ладно, сейчас буду придумывать, как других сюда... Я всех бросил. Я вообще говорю, разувайтесь просто и переходите. Либо вот по дереву, как я. Тёмка пошел. Тём, обходи, говорю, по камням не иди, они могут быть скользкие очень. Ты слышишь меня, что я тебе говорю? Вот здесь иди, вот здесь, Артём. Тут глубоко, говорю, вот тут надо идти, вот тут. Так, Тёмка, как всегда, торопится и не хочет слушать. Так, ну Настенка вообще, как обычно, просто вот так вот максимально. Так, у девчонок тоже почти получилось. Вон там по дереву. Давай по дереву, оно нормально не болтается.
Так, и Радюшка пошел. Быстро иди, холодная, капец, ноги сводит. На и... иди, давай, иди, давай. Иди. Я же сказал, вот как рука моя лежит. Да. Судя по тому, как зарыта морда у машины, они просто попытались заехать и зарылись. Видите, морда полностью села. Не знаю, зачем они залезли сюда, но вон они встали. Нормально так парни разместились. Мангал, палатки, красота. Но на самом деле, то, что тачка у них зарылась мордой, ничего страшного. Сами видели их огромное количество, человек, наверное, 8-10. Видимо, вот так вот приехали, соорудили баньку из какого-то материала. Видимо, вот так вот купаются, отдыхают, шашлыки, красота. Природа делает так, чтобы пока ты идешь, ты получаешь просто вот такой вот эстетический оргазм. Ух ты, что я вижу, посмотрите, вон там вон палатки стоят. Раз палатка, два палатка, вон отдыхают те ребята. Люди вот так вот здесь, видите, с дикарями встают. Классно. Я вот единственное не знаю, куда двигаться дальше, либо по руслу пойдем, либо вот здесь вот уходит дорога. Но, судя по всему, по ней ездят какие-то внедорожники серьезные. Двигаемся дальше. Уходят дороги. Здесь много полянок, где люди жарят шашлыки, отдыхают. А я увидел вывеску пасека. Вот, смотрите. Мед, блины, чай. Куда-то туда идти 2 километра. Там дальше, видите, впереди рухнуло дерево. Вот мы дошли снова до реки. И ее нужно снова будет нам пересекать. По ходу дела вброд. А, ну вообще там на самом деле вот наваленные ветки. Сейчас, чтобы прям по воде не идти, все дружно не разуваться, большой такой компании, да? Мы попробуем обойти. Но вот по вот этим камням вы можете заметить, что когда идут сильные дожди, вода нехило расширяется. И вот здесь вот, вот даже вот можно видеть по вот этим вот, здесь вот так течет это все вода. Великолепно. Так, ну я не знаю на самом деле, насколько мы сейчас пропрыгаем тут. Ага. Возможно, походу в любом случае надо будет переобуваться. Точнее, разуваться. Берем башмаки и погнали. О, Настенька, да. Слушайте, здесь вода холодная. Блин, она в натуре холоднее. Надо быстро. Я не знаю, с чем это связано. Пацанами, да? Ух. Так, все. Перешли. Вон девчонки двигаются. И снова, смотрите, река. Здесь даже есть следы автомобильные. И они свежие. Значит, кто-то ездит. Вот, нам встречаются даже люди, представляете? Люди. Так, сейчас попробуем перейти. Если первую часть реки мы преодолели нормально, то есть не нужно разуваться, то вот эту часть мы уже преодолеть так не сможем. Поэтому однозначно придется разуваться. Опа! Опа! Так, ну что? Ой, а Родик-то намочился даже? Не-не-не, иди просто, сынок. Иди прямо просто, Родион, иди. Так, прямо, я походу. О, молодец. Так, а я пойду вот здесь. Ой, какая холодная вода. Бодрит. Давайте, отбегайте сразу отсюда. Видите, здесь, кстати, даже ботинки-то не сможем одеть. Дальше только надо будет. Здесь такая мелкая стружка, поэтому нужно высушивать сначала ноги. Ой, Настенька, ну ты приколистка.
Все, Настенка у нас по самые колени. Ну еще чуть-чуть, ты можешь даже ботинки больше не снимать. Вон девчонки двигаются. Молодцы, давайте. Вон, кстати, сзади нас еще люди идут тоже. Переодеваются, переобуваются. Жесть. Дальше двигаться продолжаем. Я иду босиком, потому что там невозможно было одевать ботинки, мелкий такой песочек. А вот здесь вот, ау, как неудобно по камням идти, конечно. А вот здесь вот уже можно, наверное, будет одеть ботинки. У нас вон тропа уходит налево. Вот здесь как раз и сейчас оденем. А, тропа вон вообще туда идет, да, дальше. Да, троп много. Какой кайф погулять вот так вот по реке, ребята. Не передать, просто не передать словами. Посмотрите, какой здесь потрясающий вид. Вон, родики идут. Посмотрите, в какую красоту мы зашли. Это что-то наподобие самшитов. Но это, наверное, не самшит. Но смысл в том, что здесь деревья. Вот они вот так вот покрыты мхом. Смотрите. Какая красота. Просто какие-то невероятные джунгли. Ух. Вот такие вот плетения на деревьях. И вот так вот очень аккуратно, очень ненавязчиво на фоне шумит река. Какая красота. Смотрите, как свисают просто, как лианы. Видите? Видите, повсюду они висят. Идя в этом лесу, честно, очень жутковато. Особенно, когда ты видишь здесь вот такой вот огромный камень. Он, наверное, 2 метра в высоту, 1 метр, сколько, я не знаю, 5 в длину. Он же как-то здесь оказался. Я не знаю, спустился ли он по реке, либо он упал с той стороны, либо он упал вот с этой стороны, как-то скатился. Но, походу, скорее всего, это именно прилетело с той стороны. А вон еще огромнейший булыжник лежит. Вот он. Обалдеть. Там, где мы оставили машины, с того места идти 3 километра до первого водопада. Мы примерно прошли уже 2 километра. Вот. Ну и, естественно, пока никакого водопада, только вот такие небольшие, очень живописные кадры. А вот от первого водопада, чуть дальше проходишь, 500-800 метров, встречается второй. А вот оттуда уже после второго, судя по карте, там просто водопад за водопадом, водопад за водопадом. Поэтому люди ходят сюда именно с ночевкой. Потому что преодолевать там 8-10 километров в одну сторону, потом еще столько же в другую, это на самом деле сложно. Плюс здесь перепад высоты. Представляете? Вот мы идем, и вот так вот резко мы голову поднимаем, из леса выходим, и такая огромнейшая перед нами гора. Скальная стоит, я аж это, аж такое, аж ничего себе думаю. Вот. Снова идут люди нам навстречу. Все идут на самом деле с большими рюкзаками. Видно, что ходят с ночевкой. А мы вот решили вот так вот одним днем сходить. Мы решили пробраться сквозь лес, потому что издалека услышали прям сильный звук воды. Ну, конечно, он как бурлит. Но сюда не спуститься. Вот тут вот прям мелкий такой водопад, но от него идет достаточно серьезный шум. Что, видно там? Не очень. Не очень? Ладно, там, кстати, по реке можно к нему подойти сейчас будет. Главное не сорваться. Вот он. Не совсем, в общем, видно, но вот. Так, все, двигаемся. Камни здесь очень скользкие. Родион, иди. Да, течение тоже сильное, кстати. Все, перешли. Мы с детьми. Девчонки двигаются. Настенька. Вообще здесь прям скользкие очень камни.
Ну вот да, она теплее здесь. Ну. Ноги только французы, аккуратно. Это, снимают. Не успели мы обуться, как идем. И понимаем, что у нас снова будет брод, и нам снова нужно переходить реку. Да. И не разуться здесь не получится. Однозначно придется как-то сейчас это дело переходить. Мы тут даже не одни. Смотрите, большая-большая компания еще людей. И начинаем двигаться вброд. Камни по-прежнему очень скользкие. Если будете двигаться, то аккуратнее. Еще и течение подталкивает, кстати. Так, ну что, мы с Мироном перешли. Моя команда начинает тоже переход обходить. Вот по вот этой плите идите. Вот по вот этой. Настя, ну вот, вот по вот этой. Настенка, вот, ты спрашиваешь где и не смотришь на меня. Вот, ближе к воде, аккуратно. Сейчас скользко, да? Сейчас я их переведу. Так, надо идти, короче, за пацана. Ой-ой-ой, как скользко-то реально. Ничего себе. Артем, сюда подходи ко мне, говорю. Вода очень холодная, ноги разъезжаются. Идти прям максимально опасно. Камни здесь в водорослях. Все, замерзли? Обязательно с тобой резиновая должна. Да, обувь. Лучше всего. Мы перешли. Все хорошо. Здесь есть указатель, во-первых, на камнях, а во-вторых, здесь есть указатель. Вот такой вот сделан, пасека. Чай наливаю, тропа к водопадам. Нам, наверное, где-то 800 метров осталось до первого водопада. Все, продолжаем путь. Мы двигаемся дальше. Здесь какие-то старенькие постройки. А потом начинается мост. Причем, как можно заметить, он в очень стрёмном состоянии, если честно. Я решил сначала первый пройтись, проверить его, мост. Вообще просто палки, доски вот эти вообще гнилые, нереально. И он еще так шатается. Так, ну все, теперь сейчас пойду за своими. Перешли мост. И здесь такие палатки. Видимо, здесь готовят шашлыки, но пока сейчас нет ничего. Даже есть остатки дольмена. Интересно. Вот, ну а мы будем двигаться дальше. Нам всем чуть осталось до первого водопада. У нас у Тёмки, пока мы шли, кто-то укусил в ногу. У него такая плямба раздулась. И идут, говоришь, не трогать растения, трогать растения. В итоге тронул какое-то растение, почесал глаз, у него прям волдыри такие вокруг глаза. Вот, сейчас надо срочно к воде спуститься, умыть лицо и руки. Тёмку умыли. У нас Родиончик уснул у Настеньки. И Настенька вот так вот его переносит. Здесь вот добрые люди положили какую-то конструкцию в виде моста. Очень аккуратно переходите. Не торопитесь по очереди. Не надо держаться за него. На деревьях появились красные метки. Их здесь много. Они частые. Прошли небольшой такой клочочек, где можно было перекусить. Но там сидела компания, которая нас обгоняла. Вот, поэтому пошли дальше. Я думаю, что сейчас на первом водопаде мы будем обедать. Опа. Вот, видите, всякие разные метки. Единственное, не понимаю, почему красная и желтая. Видимо, маршруты разделяются. Но шум водопада я вообще не слышу пока. Возможно, он маленький. Здесь на самом деле тропы вообще почти нету. Вот ее просто как будто нету. Есть такая вот ванна купаться. Я чуть голову поднимаю. Я понимаю, что над нами огромнейшая скала. Откуда может тоже что-нибудь прилететь? А тропинка — это просто какая-то имитация тропы.
Здесь можно прям удочку закидывать. Смотрите, разных размеров. Обалдеть. Здесь подъем прям очень сложный. Так, Настенка, я не знаю, как ты здесь будешь залазить. Да уж. Так, Артемка, не торопись. Давай, я тебя сейчас буду подлетать. Вот здесь подстрахуй чуть-чуть. Да, давай. Я вот так сейчас. Ага. Ага, все. Так, Настенька поднялась. О. Стойте, нас ждите, не торопитесь. Да. Такая, да ёбра за ты. Еще и скользко. Настенька, давай, подожди, буду тебя страховать. Давай, иди вперед. Скажи, чтобы не торопились, такие важные там идут. Да, слушайте, здесь, короче... Я не знаю, просто до первого дойти можно, дальше как идти, я не знаю, с какие дороги. Жесткая тема, жесткая. Да. Давай. Давай, 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 спускайся. Ага. Иди, иди, иди. Короче, жесть. Вот есть место для пикника. Покушать. Это просто невероятно. Вот ты идешь, из-за густого леса особо не видишь. Но как только ты выходишь на вот такие вот участки, где вот так вот поднимаешь голову, то понимаешь весь масштаб, что ты идешь в такое ущелье, достаточно скалистом. И вот мы выходим на такую полянку, где есть, смотрите, мини-водопадик, а вот он за поворотом уже водопад. Он не такой большой, на самом деле, я бы даже сказал, что он маленький, но вообще, судя по красным пятнам на скалах, нам идти по той стороне, но по той стороне идти совершенно неудобно. Артём, стой! Так, сейчас что-нибудь будем думать. Он, конечно, маленький, но безумно красивый. Сейчас я вам покажу. Вот наша команда, Настенька идет. Люди вот переходят. Переходить здесь, ну, реально сложновато. Они вон даже потеряли ковер, потому что с ним сложно. Ну, а вот он, прекрасный водопад. Дальше двигаться нужно будет туда, по руслу. Какие великолепные скалы. Какой здесь красивый бассейн образуется. Возможно, сейчас покушаем, потом покупаемся. Дальше начинает вода бурлиться. Нам двигаться точно туда. Радюлька, не подходи так близко, пожалуйста. Да. Ну, собственно, вот, ребята не хотят разуваться, поэтому немножко усложняют себе весь поход, потому что по камням они еще и шатаются. Очень и очень здорово. Пока наша вся команда собирается, я хочу чуть-чуть подняться. А вон, а там водопад падает уже сверху. Ух, как же круто, друзья. Обалденно. Мы дошли. Сколько? Километра 3-4 мы протопали. Какая природа. Глядите, какая красота. Уже на самом деле поели, детки доедают, а я хочу немножко забраться на водопад и посмотреть чуть дальше, какая уходит тропа. Ой, ну здесь вообще, слушай, ну прекрасно. Какой бассейн. Красотища. Я здесь, видите, вот так вот в одного сходил на разведку. Вот там, получается, сидят все мои. Здесь русло. И приходится передвигаться вот по таким вот просто скальным. Я не знаю, наверное, лучше дождаться, когда проснется Мирончик у нас. О, а вот он, кстати, тот водопад, про который я вам говорил, который падает со скалы. Давайте-ка пройдемся туда. Так,
Я, наверное, сейчас вот так вот включусь. Ой, здесь такие иголки. Что это, дикие розы растут или что? Ну тут такое. Невероятно. Сейчас поближе. Опа. Ладно, показываю. Такой небольшой бассейн. И дальше вот такой вот маленький небольшой водопадик. Но его видно издалека. Красота. Значит, это там наверху тоже есть какая-то речушечка небольшая. И она впадает вот непосредственно в саму эту реку. Мы начинаем наш путь. И решили пойти не по тому берегу, где я ходил, а пойти вот здесь. Девчонки уже вперед идут. Я надеюсь, у нас получится. У меня еще Мирончик. Опа! 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 Отлично! Все получилось. Аккуратно, Артем. Не спеши за мной, не заходи. Все. Вроде получилось. На самом деле здесь пошли, потому что никто не хочет разуваться и намочиться. Дети попробовали, перешли перейти, в итоге все вымокли. Мои идут. Аккуратно, жди маму. Я с Мирончиком иду первый. Вот. А детвора уже с Настенкой. Настенька там страхует. Возможно, где-то мы все равно перейдем. В обед здесь людей стало очень много. Если мы начинали наш путь одни, то сейчас просто столько туристических групп прошло мимо нас. Да уж. Но это люди, как в любом случае, подготовлены. Идут с портфелями, с сапогами, с едой. То есть не просто как... Ну, это не все равно не такое туристическое место. Вот. А здесь уже сейчас будем переходить мы реку. Какие здесь красоты. Я перебрался. Просто перепрыгнул. Дети перебраться так не могут. Сейчас будут просто вброд переходить. Вот, Настенька, где вот этот поток воды идет, там переходите. Да. Артем, иди к маме подойди. Да, здесь, короче, рельеф уже такой. Интересный начинается. Мы все перебрались, в общем, на эту сторону. Теперь будем двигаться дальше. Но маршрут на самом деле сложный. Если нет опыта с детьми, особенно с такими маленькими, конечно, будет вам очень трудновато. Даже непосредственно какой опыт мы имеем лазить по каньонам, тоже трудно. Ну, конечно, потому что долго. Здесь такой бассейн, где очень много рыб. Стояли ребята, кормили этих рыб колбасой. И рыбы прям эти куски вообще разрывали. Смотрите, какая красота. Да. Дальше, судя по людям, которые идут впереди нас, это группа. Нам, походу, нужно снова будет вброд. Надо переходить будет. Но у них, по крайней мере, есть сапоги. Так, ладно, сейчас будем что-то думать. Мы, на самом деле, вообще просто забили. И даже уже просто обувь не снимая, идем. Потому что туда-сюда переобуваться. А Артем поймал глубину и просто весь туда. Да, приключения у нас, короче, нереальные. Давайте прям в кроссовках, пошлите. Да, у Мирончик тоже радуется. В общем, походу дальше только по реке, и мы вот так вот и будем двигаться. Ой, ребята, ушуршали уже. А что делать-то, да? Значит, будем вот так вот по речке. Прям в ботинках. На самом деле, просто уже устаешь от этих постояний. Разулся, не разулся. Поэтому чуть-чуть так выжали и идем дальше. Вообще, говорю, лучше всего одевать какие-нибудь сандали. Это прям самый лучший вариант будет. В итоге у нас Родиончик подскользнулся, Тёмка чуть его задел, и все, им полностью рухнул в воду. Хорошо, хоть был не в кофте, и сейчас продолжит это путешествие в кофте. Я не знаю, на самом деле очень сильно мы устали, потому что огромное количество участков вот так вот по воде. Естественно, когда ты идешь по воде, ноги напряжены, голова напряжена, потому что ты идешь с детьми, вот.
И я не знаю, насколько нас хватит. Возможно, только до одного дойдем и, короче, на этом все развернемся обратно. Потому что мы уже больше 3 часов мы просто идем. Двигаемся дальше. Здесь такой душ. Очень красивый. Да, Тёмка назвал это душ. У меня на чемодан, можно пока встану под душ? Нет, конечно, Артём, нельзя сейчас вставать. Смотрите, как красиво. Стекает. Она теплая, пап! Нет, Тёмка, она не теплая. Она теплая, теплая. Переходим снова реку, но уже в более сильном течении, что даже мои ноги подкашивают. Все. Фух, в какие скалы мы пришли. Видите, красота, конечно, бомбическая, но мы очень сильно устали. До водопадов еще идти примерно 900 метров. Ноги уже сырые. Одежда у пацанов вся мокрая, у девчонок тоже все мокрое. Короче, трындец. Дорога не становится проще и легче. Она становится все сложнее и сложнее, потому что дальше все начинаются и начинаются дикие места. Сами посмотрите. Идем просто по руслу, потому что, ну, другой тропы нету. Вроде какие-то там есть отступы, судя по карте, но их по факту нет. Артём, нам не туда идти. В общем, я не знаю. Все, мы уже идем, как говорится, выдохлись на последнем издыхании. А еще идти обратно. И еще такая проблема, что солнышко-то тоже прячется. Одежда мокрая. Мы посмотрим, как будет. Вот такая красота. И вот такая вот. Аккуратно! Вставай! Бляха, муха, скользко. Аккуратно, тут скользкий камень. Мне рюкзак тяжелый, он мне хочет солнышко. Так, мостик мы успешно перешли, правда, Тёмка снова упал в воду. А здесь, посмотрите, какая красотища начинается. Вообще невероятное. И двигаемся дальше вот по таким вот скалам. Очень сложно. Я не знаю, кто что пишет, кто что как, но с детьми сложновато. Просто смотрите, какая жесть. Так что, если думаете с детьми отправиться, то 10 раз, как говорится, подумайте. Потому что это сложно. Реально сложно. Фух. Опа. Нам навстречу здесь люди идут. Вон там диалог с ними. Они не могут обратно. Никак. Сейчас узнаем. Что там говорят? Через сколько метров-то? 10 метров. 10? Ну или через 10 минут. Ну переспроси. А вот так мы просто сидим уже, потому что непонятно. Артём, стой. Мирончик у нас, он кушает. Стой, Артём. Походу максимум первый, и все, и домой. Тот участок преодолели. Двигаемся дальше. Вот тут идут сейчас уже нам навстречу люди. Видимо, мы тоже доходят только до первой и разворачиваются. Без ночевки сюда, наверное, смысла нет суваться. Устали сильно. Даже есть вот такие вот участки, что ты просто садишься и вот так вот выбираешься. Либо обходить опять по течению и по воде. Это невероятно. Я даже не представляю, как нам идти обратно. Мы уже идем больше 4 часов. Обратно столько, уже Мирон поспал несколько раз на руках, и вот сейчас снова спит. Одежда мокрая. Жесть. Фух. Красоты нереальные. Но водопада мы еще не видим. Люди, которые нам встречались, несколько человек, они говорили буквально пару поворотов. Пару поворотов мы уже прошли, а все никак и никак и никак. Сложно идти. Идти мокро. Фух, он Тёмка. Да, я Настике говорю, ты же хотела в поход. 2 дня говорила, давайте сходим в поход, давайте сходим в поход. Вот это просто походище на самом деле.
Фу. Какие виды. Мы такие вымотанные, уже просто идем, и у всех недоумевание. Вот это вот! Вот это вот и все! Нет, возможно, когда-то превращается в водопад. Но пока это что-то вообще не водопад. Как же так-то, ай? Походу, надо дальше идти. Красоты, конечно, нереальные. Встретили еще людей и говорят, что дальше будет только красота. Вот самое сложное, мы как бы, получается, прошли дальше. Смотрите, какие каскадники шикарнейшие. Просто невероятно. Фу. А, красавчик какой. Фух. Если бы вы знали, ребята, как мы устали. Нам еще дальше предстоит дорога, точнее. Дальше, это значит чуть-чуть дальше, а еще и обратно. Как обратно идти, вообще не представляю. Силы, конечно, на исходе. Вот так вот. Вот так вот поворачивайте спиной, облокачивайтесь и идите. Вообще жестко, жестко, ребята. Идем, идем, идем. И вот они. Ну вот, видимо, первый водопад. Вот он. Смотрите. Вот такой вот. Конечно, Артемка. Конечно, он маленький. Очень маленький. Дальше нужно подниматься. И там начинается просто великолепная, я уверен в этом, долина. Долина водопадов. Вот такая красота. Дальше по скалам надо вверх подниматься. По меткам. И все. Не, дальше уже не вариант. Все. По крайней мере, потому что Мирончик спит, он на руках. Как с ним подниматься? В общем, девчонки решили пойти дальше, потому что, ну, там на самом деле начинаются красоты. Мы дальше не пойдем. Фу. Вот, они забрались уже. Мы очень сильно устали. Идти с детьми, ну, реально сложно. Идти с грудничком еще сложнее. Еще предстоит путь. Сколько мы сюда шли, получается? 4 часа. С 10:30, сейчас 4:15. 1:12, 1, 2, 3, 4. 5 часов? 10:12, 1, 2, 3, 4. 5 часов. Обратно нам нужно успеть, пока солнце не село, а темнеет в горах раньше гораздо. И плюс все мокрые, замерзшие уже. Давайте, удачи! Все, девчонки, забрались. Идите, пожалуйста, сели. Надеюсь, сходят, но там точно красиво. Я решил немножко забраться еще повыше. Опа. Короче, понятно, там еще нужно идти. И красоты. Ну все, своих оставлять не буду, буду спускаться. Обратно мы решили двигаться чуть другой дорогой, через гору, чтобы не идти по воде, потому что, ну, я не знаю, ботинки все мокрые, одежда тоже. Мальчишки уже просто в трусах, потому что без солнца невозможно уже идти в мокрых штанах. Оно хоть и светит, но до реки оно уже не просвечивает. Вот, не знаю. Фу, когда доберемся. Я не знаю, просто финал выпуска уже просто такой гундежный. Мы правда очень сильно устали. Мы идем обратно. Здесь вот встретили мужичка на УАЗике. Я вон с ним пообщался, просто поговорил, что сколько заброска стоит. В общем, туда-обратно пару тысяч. Вот, он сейчас стоит, ждет группу. Вот это вот то, что было, то, что я вам показывал. Здесь уже ничего не работает. Здесь сделали заказником. Заезжать сюда на машинах нельзя, запрещено. Поэтому и вот эта вот история, которая здесь была, вот эти типа а-ля какой-то ресторанчик, тоже все закрылось. Конечно, грустно. Так что, если вы приедете сюда в мае и захотите сюда вместе со мной сгонять, мне напишите, то, скорее всего, мы сюда будем добираться уже на УАЗике, чтобы дойти непосредственно по всем водопадам. Вот еще один УАЗик стоит. И, кстати, этот мужичок нам тоже рассказал про как раз про вот этот фургон, который, помните, в начале выпуска-то зарылся. Так вот, он стоит уже несколько дней. Он ему помогал выехать, выдергивает с одной, он застревает в другой.
Зачем сунулся? Непонятно, взрывается. Говорит, там какой-нибудь газик нужен 66-й, чтобы его нормально вытащить. Поэтому, конечно, лучше не рискуйте. Лучше, как говорится, либо вот заказывайте спецтранспорт, либо ножками. Вот так вот. Папа, как он легко? Мужик переехал. Вы поняли, да, как все это происходит? Поэтому, на самом деле, кто ни разу не катался по таким бездорожьям на УАЗике, то стоит это сделать, потому что конечно, эмоции стоит, будут... Это, да нет, прикинь, просто у людей это все равно какие эмоции, когда там такое бездорожье. Да, нам тут УАЗик натворил делов. Ну, пойдемте, что делать-то? Едет еще. Вот, им хорошо, а мы сами ногами. Мы когда сюда шли, здесь не было вот такой вот грязной реки. А тут, когда мы шли, был обвал, но сейчас такое ощущение, что еще сильнее здесь обвалились деревья. Вон там вот. Вот они, видите, как деревья съехали еще сильнее вниз. И вода, естественно, стала вот такой вот грязной, потому что в этом месте мы переходили, она была тоже прозрачная, как и везде. Мы дошли. Это было, конечно же, великолепно. Фух. Вот уже наш бусик. Будем сейчас двигаться домой. Да. Девчонки. Девчонки остались там дальше покорятны. Надеюсь, у них все получится. Что я хочу сказать? Парни, снимайте ботинки сначала. Да. Первое, если вы отправитесь на маршрут самостоятельно, то берите с собой резиновую обувь, обязательно. Или сандали. Ну да, либо в сандалях, правильно Артем говорит, если нету резиновых сапог. Делайте это обязательно как можно раньше утром, потому что каждый метр в горах, он гораздо сложнее осиливается, нежели просто по ровной местности. Покажи. Берите с собой водичку, берите с собой перекусы, чтобы покушать. И фрукты! И если есть возможность, то вообще лучше идти с палаткой, не спеша дойти, там разместиться, переночевать и продолжить дальше путь. Но если вы приезжаете в Геленджик в мае и решитесь тоже сходить, то я могу вам организовать этот тур с джипингами, ну, тоже на ваше усмотрение, можно вместе прогуляться по реке. Я уже изучил, мы обратно шли уже не по руслу реки, изучили новые тропы. Пишите мне в личку, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там появляются мини-видосы с наших путешествий, конечно, гораздо быстрее. Подписывайтесь на социальные сети, на наши, на мои, на Настенькины. Мы будем прощаться с вами, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!